секрет фокуса. Ручка вполне обычная. Обычная ткань. И как, наверное, уже многие догадались, под тканью у нас находится вторая точно такая же ручка. Вот она. Соответственно, мы ложим ее под низ ткани. Вот видите, у нас есть такой бугорок. И, соответственно, ручка располагается точно под ней. Дальше я эту ручку начинаю разбирать. Показываю то, что все разобрано, то, что в руках нет никакой другой ручки. И дальше начинаем с вами сворачивать. Но сворачивайте не только верхнюю часть, но и цепляйте ручку, которая находится под тканью. То есть сворачивайте вместе с ней. Вот так можете тоже выравнивать. Также следите за тем, чтобы у вас вот это расстояние примерно равнялось вот этому. Если здесь больше, чем здесь, то подтягивайте больше. Отсюда закручивайте, да? Если же здесь с моей стороны больше, то больше с моей стороны, естественно, накручивается, да? Итак, вот мы закручиваем. Доходим до такого положения. И что мы делаем? Мы проворачиваем нашу ткань один раз. То есть, смотрите, вот есть ткань, которая смотрит в мою сторону, да? Вот она лежит. Дальше мы ее проворачиваем. Вот я ее проворачиваю. То есть, это делается вот так, да? Незаметно, быстро. Я вам показываю наглядно, да? Вот проворачиваю я ее. Она ложится на ту сторону. И, соответственно, та сторона, которая была там, снизу переходит в мою сторону. Вот она. То есть у нас получилось, что наша ткань просто перевернулась. Так как ручка находилась внизу ткани, целая ручка, и мы перевернули нашу ткань, то и ручка оказалась наверху, да? Итак, вот мы разворачиваем и видим целую ручку. Что нужно сделать, чтобы фокус удался? Во-первых, небольшая, лучше квадратная ткань. Дальше обязательно надо, чтобы обе стороны были одинаковые, или же хотя бы не бросались в глаза, да, то, что разные стороны. И снизу, чтобы не было твердой поверхности, потому что сами слышали, да, то, что когда я разворачивал, вот, слышно то, что туда что-то падает, и зритель сразу может догадаться, то, что вот где твоя разобранная ручка. Поэтому можете снизу что-то постелить или же показать фокус на более мягкой поверхности.